русского мыслителя, организатора науки и общественного деятеля Елены Ивановны Рерих стоит первый в ряду ее литературно-философских сочинений, таких как «Криптограмма Востока» и «Святой Сергий Радонежский». Все эти произведения тесно связаны с главным трудом жизни Елены Ивановны, философским учением живой этики, его идеями, в основе которых лежит мышление космизма. С юности Елена Ивановна Рерих, по воспоминаниям ее младшего сына, Святослава Николаевича, глубоко изучала разные философские системы, как западные, так и восточные, прекрасно в них разбиралась. Ее участие в экспедиции Николая Рериха в Центральную Азию в 1923-1928 годах, в ходе которой она имела возможность посещать буддийские монастыри в Индии, Монголии и Тибете, общаться с учеными-ламами, знакомиться с реликвиями Востока и многое другое, способствовало накоплению более глубоких знаний в области восточной философии, интерес которой она принесла через всю жизнь. Выход в свет книги «Основы буддизма» совпал с периодом становления нового научного мышления, нового научного мировоззрения, которое начало проявляться еще в конце 19-го, начале 20-го веков в трудах крупных философов и ученых-естествоиспытателей, осознавших потребность в решении многих философских вопросов для более глубокого объяснения проблем человека и мирового бытия. Елена Ивановна хорошо понимала, как важны для отечественной и мировой науки достижения древней восточной мысли, которая может существенно расширить горизонты научного знания, помочь найти ответы на самые насущные вопросы времени. В обращении к буддизму привлекательна сама установка Будды – знать. Знание, как отмечала Елена Ивановна Рерих, это основная нота его учения. Но сам Будда, согласно палийским сутрам, никогда не утверждал своего всезнания, которым наделяли его ученики. И те знания, которые дает нам буддизм, как учение знания, открывают лишь очередную, более высокую ступень в познании мира. Еще один важный аспект отмечает Елена Ивановна Рерих, который дает представление об учении Будды как учении этики, где уровень знания тесно связывается с уровнем нравственности, а в свою очередь уровень нравственности предполагает практическое внесение этических принципов в жизнь. Процесс познания истины таким образом тесно связан с нравственными моментами, иначе путь познания закрыт. В книге «Основа буддизма» Елена Ивановна обращается к тому пласту знания, которое предшествовало становлению буддизма до более поздних в нем религиозных наслоений. Большинство источников, которыми она пользовалась, входят в корпус палийского канона – собрание священных буддийских текстов на языке пали. Она также использовала источники на санскрите, в частности, древнейший текст Махавасту, сутру о жизни Будды, Лалиты Вистары, а также сочинения Шандидевы, Ашваваши, Чандракирти и других. Помимо ранних письменных источников, Елена Ивановна использовала свидетельства устной буддийской традиции Индии, труды современных и западных российских ученых, представителей буддизма. В переводах палийских сутр Елене Ивановне помогал старший сын, востоковед Юрий Николаевич Рерих. В своей работе Елена Ивановна, как считает болгарский востоковед Александр Федотов, выработала оригинальную авторскую концепцию и выразила свое отношение к личности Гаутамы Будды, его жизни и философии. В ее труде прослеживаются три условных раздела, тесно связанных между собой. Это описание жизни Будды, ознакомление с основами его учения и применение этого учения в практическом опыте создания буддийской общины в Индии. Цель буддийского учения – познание реальности, как она есть, и через это познание – освобождение от страдания, как следствие человеческого невежества. К познанию реальности относятся такие понятия, как материя и сознание. Эти понятия еще не получили своего глубокого осмысления в науке, что раскрыло бы человеку истинную природу вещей. И без представления о них сегодня трудно решить многие проблемы, возникающие в сфере как естественных, так и гуманитарных наук. Например, в физике, решающей сложную проблему происхождения Вселенной, в биологии, рассматривающей эволюцию живых существ, в психологии, изучающей сущность психических явлений и так далее. Обращение к буддизму обосновано тем, что здесь подход наиболее приближен к научному пониманию, и современная наука по-новому начинает открывать для себя мир буддийской мысли. В книге «Основы буддизма» Елена Ивановна освещает отношение Будды к материи, как понятию беспредельному в своем существе,
многогранному содержанию, выражающему себя в разных формах и проявлениях, что вечно изменяется, развивается и создает поток бесконечного существования. Буддийские мыслители умозрительным путем приходили к убеждению, что вечность материи обуславливается ее движением и постоянным изменением. Это определяет особенности ее существования в пространстве и времени, ведет к пониманию причины или источника происхождения материи, первичной субстанции, которая находится за пределами мыслимого и ее сложно определить научно. Согласно основам буддизма, материя существует не только в плотном состоянии, которое подвержено видимому разрушению, но и в других состояниях, видах и измерениях, которые претерпевают свои трансформации. В буддизме, как отмечает Елена Ивановна, нет различий между физическим и психическим миром, и психические процессы рассматриваются как проявление тончайших свойств материи. Как же проявляется материя, связанная с психическими процессами? Она проявляется в мышлении, в эмоциях и в других. Так Елена Ивановна ссылается на Маха Паринирвана Сутру, в которой упоминается, что ученик Будды видел свет, исходивший из тела учителя. И Будда объяснил своему ученику, в каких случаях такой свет возникает и может быть видим. Тогда, когда человек достигает состояния просветления и когда совершается его переход в иное состояние бытия. Из буддийских источников известно, что материя эта необычайно тонка, подобна сиянию алмазов, невесома, несжигаема и исчезает без остатка после смерти. И тем не менее она атомична. Также известно, что излучение, исходящее от человека, имеет природное происхождение и является внутренним фактором человеческих достижений. Елена Ивановна сопоставляет то, что было достигнуто умозрительным путем в буддизме, с открытиями науки. Опыты ученых Рейхенбаха, Киллера и других показали, что подобным излучением обладают все живые организмы. У человека оно усиливается, соответственно, его духовному и интеллектуальному развитию. И такое излучение известно европейским ученым под названием аура. Елена Ивановна рассматривает также феномен мысли как энергии, ее возможности воздействия на жизнь человека. Она раскрывает механизм действия мысли, который подчиняется тем же законам, как и любая другая энергия. По своему действию мысль сравнивается с передачей информации беспроволочным телеграфом. Человек может послать мысль энергию, которая вызовет тождественные вибрации в человеке, когда он к ним восприимчив. Мысль приходит извне и улавливается предназначенным для этого аппаратом, подобно тому, как волны Герца улавливаются настроенным на них приемником. Мысль может приходить и из других миров, в частности, более развитых. Она может улавливаться человеком, настроенным, образно говоря, на ее волну или ее вибрацию. В связи с этим важно отметить, что известный нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева сделала допущение, что мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает. Елена Ивановна Рерих считала, что понять действие мысли и ее природу, как и другой тонкой материи, возможно с помощью энергетического мировоззрения. Но можно ли исследовать такую материю? Безусловно, можно и нужно, раз она атомична. Конечно, для изучения тонких явлений и процессов нужны другие методы, но прежде всего необходимо допущение, что тонкая материя и тонкие энергии существуют и воздействуют на наши чувства, ощущения и мысли. Необходимо понимание, что существование тончайшей реальности доступно лишь высшему знанию. Заслуживает внимания взгляд на процессы изменения в материи, когда она становится мыслящей материей, в которой осуществляется определенный переход тока атомов из одного вида материи в другой. Вопрос атомичности тонкой материи рассматривается у Васубандху в Абхидхарма Коше, у Щербатского Федора Ипполитовича в его труде «Центральная концепция буддизма и значение термина дхарма», в других источниках, которые дают необходимые пояснения для исследований. Елена Ивановна также поясняет буддийский термин «дхарма». Это есть сложное, наиболее трудно переводимое понятие в буддизме, поскольку природа ее трансцендентна и несет в себе духовный смысл. Процесс вечного изменения материи, особенности предметов и индивидуумов связаны с дхармой. Согласно буддийским доктринам, дхарма означает не только закон или учение, но это есть и элемент бытия. И в то же время
это пространство психического опыта, акаша. Елена Ивановна рассматривает дхарму как энергетическое образование. Это энергия, вибрации, в которой заложена причина явления, возможности развития и взаимодействия форм и видов материи. Вся Вселенная, пишет она, существует лишь взаимодействием своих энергий. Дхарма есть мысли, так как с момента, когда вещь задумана, она уже существует. Дхармы определяют феномен сознания, его содержание и качество, и причина сознания кроется в состоянии дхармы. Поскольку дхармы формируются в самом процессе познания, то для сознания человека они являются тем же, что цвет и звук для его зрения и слуха. Можно сказать, что дхарма есть питание сознания и фактор сознания, и каждый интеллектуальный процесс имеет энергетическую природу. Одна из важнейших особенностей сознания состоит в том, что оно играет огромную роль в смене существования. Елена Ивановна рассматривает этот процесс смены как неудовлетворенное желание бытия. Когда сознание получает новое проявление, и оно будет таким, каким его сформируют дхармы прежнего существования, и так до бесконечности. И здесь огромное влияние оказывает предсмертное устремление личности. Другими словами, энергия, которая дает направление жизненному потоку и несет в себе стимул к созданию нового существа. В основе этого процесса заключено, по мысли Елены Ивановны Рерих, космическое таинство, которое связано с осознанием человеком единства и нескончаемого творчества в мироздании. Осознанные или неосознанные действия или поступок человека есть определенное сочетание дхарм, которые не уничтожаются после совершения действия и влияют на последующие действия, и отсюда проистекает ответственность человека за содеянное. В то же время существует такое состояние сознания, при котором последствия содеянных поступков могут быть уничтожены, и цепь страданий будет прекращена. Вечность существования материи, ее постоянные изменения обуславливают индивидуальность человека, которая складывается не одним существованием, а бесчисленными проявлениями и на земном плане, а также на других планах и в других мирах. Бесконечная смена формы видов материи и бытия необходимы для полного развития всех возможностей, заложенных в человеке. В этой точке понимания человека в буддизме, как отмечает Елена Ивановна Рерих, происходит различие западного и восточного мышления. Если для Запада человек предстает подавленным, чем-то для него необъяснимым, то для Востока человек безграничен в своих возможностях, и в этом проявляется безграничное творчество самой материи, безграничное творчество эволюции. Елена Ивановна Рерих всегда принимала во внимание открытия в современной ей науке. Она отмечала, что данные о мироздании, существовании бесчисленных мировых систем, в вечно эволюционном движении проявляющихся и распадающихся, все это совпадает с современными научными проблемами, которые тревожат умы истинных ученых. Действительно, почти через столетие после создания книги Елены Ивановны Рерих «Основа буддизма» к столь многогранному восприятию материи близко подошла квантовая физика, открывающая иную реальность ее существования, когда материя признается уже не только плотной, а ученые допускают существование реальности за пределами пространства и времени. В своей книге Елена Ивановна Рерих пояснила сложнейшие понятия буддийского учения и сделала это глубоко и в то же время просто, как никто еще для нее. В образе Будды-учителя она показала его высокие человеческие качества, глубину знаний и мудрости в отношении к окружающим людям. В тексте Елены Ивановны можно отметить четкость изложения, последовательность и логику в построении материала. Но самое главное – это знание предмета, которое выдает в авторе тонкого ценителя древней культуры Востока, его духовных традиций. И еще один интересный момент, на который стоит обратить внимание и который заслуживает своего изучения. Если раньше востоковеды старались приблизить понимание буддийского учения, излагая его языком Канта, то у Елены Ивановны встречаем другой язык, на котором говорит уже русская душа. И это делает ее труд поистине уникальным и с точки зрения науки, и с точки зрения художественной. В свое время книга Елены Ивановны Рерих получила одобрение представителей буддийского мира. В одном из своих писем она писала: «Глава калькутского буддийского общества Махабодхи посетил меня в Калькутте с двумя бикшу-учеными и сказал мне, что основа буддизма – лучшая книга по буддизму, ибо в ней яснее изложена трудная доктрина перевоплощения. И так можно смело рекомендовать ее всем интересующимся буддизмом».
Основа буддизма Елены Ивановны Рерих не просто знакомит нас с миром буддийской мысли, передавая атмосферу исторического времени, которое называют осевым, время кристаллизации мысли древней Индии. Эта книга делает ближе и понятнее для нашего сознания более современные тексты учения живой этики, посвященные энергетическим процессам эволюции космоса и человека, где эта мысль узнается в общем потоке беспредельно развивающегося мирового сознания. Все это ярко характеризует выдающийся ум, который оставил нам богатейшее наследие для дальнейшего движения в будущее. Спасибо за внимание.